Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, и вот эта броня, которую можно купить из того пепла, который был. И мы не в Анарлондо, потому что я решил пройтись по подземельям, зачистить их до конца, чтобы потом про них не забыть. Вот, плюс Сигвард из Катарины не появился там, где должен был появиться, а именно в комнате, где варился Эстус, в локации с замком прошлого. Поэтому он сидит где-то здесь в клетке, я должен его спасти. Именно поэтому сюда мы идем, потому что спасти его — это моя задача. Я здесь уже успел отвалиться разочек, но я думаю, что сейчас мы получше справимся, чем до этого было. А, ты еще сюда идешь. Здрасте. Скорее всего, тут еще где-то и босс будет. Я не уверен. В общем, вот такой вот сет восточный он был. И в первой части, и во второй. Так, она мне не нужна. Мне нужно вниз, по-моему, да? Да, мне вроде бы. Сюда. Да, здесь три женщины. Не успела. Тихо, спокойно. Так. Блин, сзади эта тетка меня прижигает. Сейчас умру, если не убью ее. Пипец какой-то. Казалось бы, да? Локация, но не такая уж и сложная. Ты охраняешь? Здрасте. Пипец, жесть. Ну то, что они хп сжигают, это просто забей. Гасающая душа. Ну, она маленькая. Так, в прошлый раз я... По правой стороне. Ага. В прошлый раз я до сюда дошел. Да, и дальше не поперся. Но надо. Теперь надо. Я вроде бы без банок тут совсем остался. Тихо-тихо-тихо, выносливость не тратим. Нормально разбираемся и все. И все будет хорошо. Монстр. А, не, я еще вот тут их всех перебил. Не останавливайся. Не, я туда вниз сейчас не пойду сразу. Я не подписывался на это. Привет. Привет, привет. Блин, блин. Вот. Моя проблема в том, что я сейчас реально стал опять много атак делать. Надо всего лишь два удара. Все, два удара и больше ничего. Раз. Пропустил. Еще раз. Еще раз. Раз и два. Все, они с двух ударов падают. Большего не надо. Раз, два. Раз, два. Раз. Пик. Но тут один. Хорошо. Здесь один. Дыра. Ну вот сюда ладно, еще прыгну. Сразу пьем баночку. Да, все, я вспомнил, почему я тут остановился. Я дошел до гиганта и решил дальше не идти. Но наверняка с ним придется драться, поэтому. Меня сразу рукой бьет. Очень честно, чувак. Правда. По-моему, ящерка исчезла. Как мне к тебе спуститься, Волесенька? Окейушки. Не, этого я немного ожидал. Куда я падаю? Где я? Я у ноги. Крысы. Жесть. Тихо.
Кажется, я... Кажется, у меня небольшие проблемы. Но это еще мягко сказано, наверное. Сигвард! Я видел его только что. Я выспал. Дайте мне, пожалуйста, сильную атаку сделать. Чтобы всех сразу побить. Спасибо. У вас сколько хп, дядя? Дядя? Много еще. Я восточный воин, дядя, с катаной. Мы ж подружимся. У меня там друг как-то сидит. Я бы с вами вообще не дрался, если бы не он. Все. Это было просто забей. У меня фляг не осталось, прикиньте, да? Вот это бой. Крысы? Головые. Вон он сидит. Как ты сюда попал? Ты жестус должен был вообще ловить. Я тебе и броню твою вернул. И вообще. Скверненное пламя, круто. Но я не пиромант, но... Будет до бесконечности будете появляться или что? Конец этому будет? Братюнь. Братюнь! Ты как тут? Вообще? Pardon me, I was absorbed in thought. Look at me. Trapped like a rat. But you needn't worry. I've just been sitting here weighing my options. The moment has almost come. I just need a bit more time. То есть ты прям готов к атаке? My liberation requires a key. But the key is outside. На ком? A riddle for the ages. My liberation... Я понял, братюнь, где ключ-то искать? Так, у меня больше нет эстеса, и мне надо добраться до любого вообще костра. Выглядит как ловушка какая-то. Нет, просто подъем. А куда это подъем? Пусть это будет подъем к костру. Пожалуйста. Любой маленький костер такой, почти потушенный. Я его подожгу снова, и все будет хорошо. Это и правда шорткат. Прям к костру. Спасибо. Спасибо, спасибо. Там, по идее, внизу должны быть только крысы, да? Если по-хорошему подумать. С крысами-то я разберусь. Главное, чтобы гигант не резнулся. Так, нет никаких спрыгов никуда. О, какой-то есть. Зачем я это сделал? Кто-нибудь? Вот вы спросите, зачем, Джек? Я думал, что тут что-то есть. Извините. Я не хотел. Два эстеса просто... Просто потратил два эстеса в никуда. Будем ключ искать. А как я сюда упал, я вообще в панике был такой, упал не пойми куда. Мимик, еще и мимик, камон! Почему столько всего на меня в один день? У меня больше нет, да? Ноль. А если я вот этот кину, это же по идее то же самое. Или нет, или это я вот так вызову на дуэль, он станет типа в 6 раз сильнее и убьет меня. Давайте проверим.
Не, никак это не работает. Блин, придется драться. Один лут. Все, хорошо, хорошо. Лут мне верни. Громовая стрела драконобойца, 10 штук. Круто. Как раз недавно лут поймал. Вот это, наверное, лестница, по которой нормальные люди должны были спуститься сюда. Я прав? Не, эта лестница вообще куда-то в другое место ведет. Прям кардинально в другое место ведет. И где это я? Оказался. Ой, крыши какие-то. Где я? А, так, все понял, вот он низ. Тут проход, канализация. А, maybe ключ тут. Так я ж тут был, ну кому? То есть я все это время мог. А это куда есть? А, и сюда я теперь типа не попасть. Навозный пирог, спасибо. Я думаю, откуда у меня столько навозного пирога? В карманах. Ну, вот откуда. Все просто. Кстати, вот тут шикает лестница. Последняя мне не сдалась. Ключ может быть вот этот? Нет, ну он сказал, что он снаружи, поэтому я по мостику пойду. Лестница, да, да. Блин, как я шваркнулся, конечно, это просто прикольно. Вот куда тут сюда упало, в ад какой-то. Тут, кстати, тоже есть проход, и он, видимо, тайный. Кирка, вот. Крыс, два лута подряд? Да не может быть. Души путешественника. То есть вы путешественников сожрали, что ли? Внутри вас остались души? Или это крысы-путешественники? Как это понимать? А это вот куда? А вот это куда? Сначала сюда пойду. О, я слышу моих старых друзей. Тут из этой ямы по нам падают. Я прям слышу этих уродов. Хотя, эй, я ведь их уже убивал. Осторожно, проклятие сзади. Но я говорю, сейчас понавываливаются из ямы. Как только я сундуки открою. Кстати, в левом мимика. Ключ от старой камеры. У меня есть ключ. Они все еще не появились. Хорошо. С мимиком я на равных еще ни разу не дрался, всегда его успевал убить до того, как он меня ударяет. Символ алчности. О, и друзья пришли. Еще что-то. Кольцо власти. Это, видимо, за то, что я мимиков убил какое-то количество. Не, ребятки, проклятие не сегодня. Простите, но я не нацелен быть проклятым. Я просто отсюда пойду. Не, я не нацелен быть проклятым, правда. Я рад, что такое внимание к моей персоне. Но нет, куда. Сори, что подвожу вас. Я вроде как обещал быть проклятым. Все, кончилось. Может, ты возьмешь катану уже, а, дебил? Простите, но правда. Большого облака. Я внутри большого облака. Тихо. Оно распыляется. А? Нет. Все хорошо.
Гигантские крысы! Хреновый урон. Где я? В чем я? Кто я? Сжали крысы в углу, короче. Получаю по лицу. From. Еще одно. Еще маленькая такая просьба. Можно, пожалуйста, чтобы крысы, как и некоторые другие враги, не атаковали в бок. Спасибо, это было бы не, ну, чуть-чуть честно. И тут я, кстати, какой-то проход в какую-то клетку открыл. Но сначала друга надо спасти. Ведь именно за этим мы сюда и пришли. А как мне вот к нему спуститься, чтобы урон не получить? Наверное, как раз там я и могу пройти, но... Блин, я, короче, использую ключ. Потом подхилюсь и пойду просто в другую сторону. Дружище. My liberation. Так давайте ключ кину. Я понял, как это работает. Надо прям открыть ему клетку. То есть просто дать ключ? Нет. Не работает так. А сюда, если пойти, что будет? Я тут не был. А, не-не, был ведь, я ж поднимался. Ага. Это путь куда? В ничего. Чёртовое ничего. А, ну тут я с мимиком дрался. Все. Так, надо, значит, все-таки конкретно тем же путем пойти туда, куда я конкретно и шел. Но я хотел Эстуса восстановить. С двумя-то, блин, тупо, наверное, будет идти, да? Так. А, вот тут я еще лут не взял. Привет, лут. Кому-то болт. Лут так себе. Не, походу реально легче через подъем вернуться к костру. А вот сюда вот я как должен был попасть? Просто вход сверху. Ладно, все, я сейчас... Давайте просто косточку использую. 3 часа сейчас буду бегать, тупить. Вернусь, спущусь сейчас снова крыша в канализацию. И пойду направо туда. Дойду до его клетки, высвобожу его. Наверное, мы даже до босса дойдем и, возможно, даже убьем босса. Кто знает. Так, нет. Погодь. Больше не прыгаем. Тут никаких секретов нет, так что вы теперь наученные по моему опыту, что вот туда прыгать не стоит. Это самый быстрый лифт, на котором я когда-либо стоял. Подожди, а как мне? Типа все снова обходить опять? О, это долго. Внимание и спуск по лестницам 3 от Namco Bandai и From Software. Я, по-моему, слышал эту. По-моему, я ее слышал. Или это вот эта вот
Мадемуазель с колокольчиком. Давайте чекнем, что тут, скорее всего, здесь просто. Я сломался. Пойдем по лестнице в третий раз. Ну, сори, но я думал, там реально подъем, типа, как бы, может, там что-то лежит. Но там лежала лишь моя глупость и падение. Не знаю. Ничего ведь тяжелого нет. Даже босса нет. Я умудряюсь как-то не продвигаться вперед. Снова и снова. Давай по лестнике, чтобы еще хп не тратить. Уии. О, я прям как этот. Он, кстати, в доспехе из второго Дарка. Он тоже тут есть. Я в загрузке видел. Хотел магию ударить. Ударил. Все, больше скрест ничего не понял. Только первый раз было такое. Аттракцион щедрости. А, крысы-то ведь тут. Они же резаются. Мерзкие крысы. Мерзкие, мерзкие крысы. Так, во, я оказался на нижнем уровне. Вот так, так, включаем логику, где может быть клетка? Скорее всего не тут, но я сюда сейчас бегаю. Даже не логику включаем, а просто память локации. Это еще что такое? Кто это? Камень драконьего туловища? Подумай хорошенько. Я вижу, что тут все молятся. А это куда? Ну-ка, давайте тоже помолимся. Я не знаю, есть у меня такая эмоция или нет. Прям жестко так помолиться. Молчаливый союзник. Во, упасть. Я молюсь. Ну, я думаю, что может все-таки как-то у нас. Подумай хорошенько. Ну, это как бы прям намек, типа. Подумай хорошенько. Что еще могу? Как я еще могу преклонить? Может, верность темной луне? Или прям вот так вот? Раньше же, кстати, так надо было делать, чтобы птичка, например, забрала. И надо было какое-то время ждать. Вот он точно так сидит. Они все так сидят, как я. Что за драконий камень? Это, наверное, предрешение. Превращение в дракона и драконий ковенант. Дает драконье тело и рык дракона. Камень пропитан силой пресносущих драконов, используется в тайном ритуале пути дракона. Позволяет получить тело дракона и драконий рык. От изменений обратим до самой смерти. С древних времен путем дракона следовали воины, которые, как утверждают, видели пик древних драконов во время медитации. Подчас они слышали даже отдаленный звук огромного колокола на вершине. Отдаленного колокола. Может, сначала дружбана спасти? Я ж потом опять буду 3 часа по этой локации бегать. Мое. Громовой клинок. Вот, а так бы не взял. Можно обратно. Там, кстати, не такой высокий подъем. И что же нас ждет наверху? Без подстав? Без подстав. Ой, так я вон куда попал. О, так я ж тут был, тут была закрыта дверь. Я такой, о, окей, закрыта дверь, эти головы тут были. Все, хорошо. Я прям шорткат открыл.
Не знаю, я потом еще попробую на этом месте эмоциями поспамить. Мне почему-то кажется, что реально кто-то прилетит и заберет меня. Потому что вон там, видите, какой-то храм вдали. И все сидят, и две подсказки такие, что типа тоже сделай так. Мольба, может быть. Может, надо в позе вот этого сесть? Или может быть надо драконом быть? Не знаю. Может, у меня еще жеста такого нет, когда Катарину спасу будет. Ладно. А, я убрал лук, и по одному я их не выбью. Шибись. Сейчас будем выманивать. Сюда иди. Спасибо. Какая послушная, посмотрите. Сюда, говорю, иди, чё вы стоите? Идите ко мне. Я к вам не пойду, у вас там 1,6 миллиона штук. Я посчитал. Зря, он специально отходит. Хитрый ты жопа. Да, у меня стрел не так много. Спасибо, вот так-то лучше. Колдует, успевает. Перчатки. О, сейчас я еще и сет нафармлю. Будет круто. Идите сюда, хватит тупить там. Они явно не хотят на контакт со мной идти, они просто стоят. Кстати, эти стрелы даже больше сносят, чем огненно. Неужели у них резист к огню? Придешь? Сейчас. О, пошла. Для выманивания лук вообще идеально. И у нее, кстати, раскаленное жало, я могу использовать. Она очень клевое оружие. Я даже реально могу его юзать. Хе-хе-хе-хе. Жопы-то вам сейчас нашпигую. Ну ладно, не буду. Ну, точнее, я уже это сделал. Так, хорошо. А, он где-то должен справа вроде как сидеть. Или слева. Не, слева там вообще как дичь происходит. Еще одну? Правда? Да, еще одну. Чем я бью? Кулаком бью! Я что, дурачок? Зачем спросил? И так понятно. И тут наш друг. Да? Раз надпись. Впереди... Чародейка, наконец! Я открыл чародейку, я открыл чародейку. У меня есть ключ, ключ, ключ. Заперт? У меня нет ключа. Да у меня же есть ключ, он разве не от всех клеток? Я нашел чародейку, друзья. Это же так круто. У меня два супер свитка для нее есть. Мне придется сейчас опять фармить души, чтобы купить их все, чтобы они у меня все были, но я вам уже объяснял, зачем. Зачем я это делал? Дурачок. Дурачок, чок-чок. А, то есть, по-твоему, вот это вот закона абсолютно, да? То есть, ничего плохого в том, что ты так сделал, ты не видишь. Ой, аккумулятор разряжается. Хорошо, хоть не во время битвы с боссом. Потому что один раз у меня что-то подобное в Dark Souls вроде бы было. Эл. Эл, я могу играть? Я не могу играть, друзья. О, вот, все, все, могу, подзарядил. Точнее, поставил на подзарядку. Окейшка что-то охранял. Бесценность. Он охранял
Ничего. Ладно. Я уже как-то, знаете, привык чуть-чуть. Это вообще проход новой локации. Там, скорее всего, где-нибудь вот на арене будет босс. Круто-круто. Но это, скорее всего, доп-босс. Я вижу блестяшку, которую я не взял. Тут что? Опустошенный. Где? Как он выглядит? Знаете, сначала я, пожалуй... Ну вы что, совсем бы обнаглели сюда мимик совать? Хочу ли я туда? Наверное, да. Вроде их только двое. Нет, трое. Ошибочка. Оскверненный уголь. Это то есть... Ты нападешь? Да. Это то есть новые улучшения на оружие можно сделать. Новые заточки. Так, тут я был. И какой из клеток мой друг? Как к нему попасть? Потому что тут сидит чародей. А своего дружбана я что-то так и не нашел. Может, надо сначала эту клетку открыть? Так, я, кстати, с углем, если что, может вторгнуться кто-то. Пепел желтого ученого. Еще немножко доспех. Я никого не вижу. Слушай внимательно. Твою ты ж мать! Господи. Что-то там какое-то кольцо. Что я вообще забыл, что за кольцо и зачем нужно. Корона зари снижает потребление ОК, но уменьшает количество... А, понял. Ну, это типа для магов. Так. Возможно, надо убить... сами угадайте, кого, чтобы... Смолу у меня много, потому что я сейчас... Чутка ускорю процесс. Чтобы получить с него ключ. К чародейке. Нет, 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 бро, 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 обнимашки, клево, супер. Люблю тебя тоже, но нет. Давай не сегодня. Настроения нет для твоих тесных отношений. Скажи мне, где ключ, а? У тебя была титанить чешуя две штуки. Я немножко тогда, как бы, не понимаю. Где мне найти нужный ключ? Требуется ключ. Блин, там чародейка прям сидит. А тут я был? Да, тут же крыса. Я прав? Ага. Так, он там где-то внизу еще правей. Возможно? Надо реально спускаться дальше вниз. Он где-то вот там. Правей и ниже. Может, тут не все так просто? Типа кувыркнусь и попаду к нему в камеру? Или нет? Ладно, пойдемте. 2S это, конечно, мало. Но это все, что я смог сохранить. Я бы не отказался от костра, правда. Что-то как-то мне не нравится это место. Лорд Вессел горит, походу. Но это, конечно же, не он.
Ну, костерок-то можно? Я реально далеко ведь уже прошел. Оскверненная столица. Мне кажется, что куда-то... А, горгулья сейчас. Ёбни. Как это? Я же сзади. Против камня вы понимаете, насколько моя катана бесполезна. Хоть я и победил. Но это было такое себе. Мне бы махонький костерчик, ну прям малюсипусечный какой-нибудь. Так, туда, видимо, как-то можно. Видимо, я не знаю где. Ну ладно. Выглядит вообще как арена битвы с драконом во второй части. Ну, похоже, конечно, маленькая, но все равно. Такая же башенка была. Там, правда, куча клеток всяких. Сеток. Но тут явно какой-то ученый жил, скорее всего. Как я не увидел этот костер. Распластаться и горящий осколок зашибись. Все. Топ. Видимо, тут дальше путь в другую локацию, но я рыцаря Катарина так и не спас. Так, а чё я? Сюда пойдем? Буду, в общем, я... Давайте, друзья, искать проход к его клетке. И, наверное, в следующей серии мы начнем. Ну, вот, я буду рядом с этой клеткой стоять. Мы ее откроем, с ним поговорим. Потом по косточке переместимся на костер. И пойдем уже дальше исследовать. Держи, я пепел жжёт ученого нашел. О, этот пипл тебе понравился. Смотри-ка, ты такая избирательная у нас, конечно, всегда. О, супер, золотую смолу можно покупать теперь до бесконечности. И большой осколок титанита можно взять. Хорошо. Вот, вот это вот сет я не докупил. Появился Балера и Еремии. Прикольненько, 7000 стоит. Я разорюсь на этом, реально, просто забей. Все такое дорогое. И вот этот засранец никак не возвращается. Может, он уже умер, а я его не нашел. Может, он у Нарлонда. Так. О, не, все эти две штуки, это на тебе. А для тебя что-нибудь такое? Тоже. Понял. Ну тогда давайте сет купим. По-моему, катану я тоже пока улучшу. А, стоп. Уголь. Держи. Where did you happen upon this coal? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet a smith I remain. I won't turn down a request. Спасибо. But forget not. Your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains. Да, братья. Да. Мы победим зло. Так. Укрепить-то я не могу, но... Закалить теперь могу, получается, на что еще? На опустошенную тяготану. Которая скелится от силы. Моя-то вообще уже на бэшке, кстати. Прям супер топово. Да, много чего могу сделать, но делать не буду. Так, укрепить. Да, могу, я собрал два обломка титанита. Шикарно. Плюс 7. Да плюс 10, я, мне кажется, реально просто буду умирать. Но прокачиваться. Черный лук. Давайте улучшим, раз уж я им пользуюсь.
эти клиночки... Но я их сделал на тьму. Что-то, мне кажется, вообще воевать им все-таки не буду. Спасибо. Так, у меня снаряжение починено. Давайте, сейчас могу еще куплю. Просто запей. Это ведь просто, ну, часы реально фарма, чтобы вот это вот все получить. Ashen One. Давайте, чуть-чуть Fashion Souls под конец. Глянем, как оно выглядит. Супер отстойно, на самом деле. Просто какая-то тряпка. И я даже... Ну, во-первых, напишите, на кого я похож. Ну просто так, ну. Можешь мне тебя убить, а? Я делать костюм, я хочу тебя убить. Нет, нет, не хочу. Нет, я буду бороться против этого костюма. Так, и теперь. Все. Вот так мы и будем теперь проходить игру. С вами был Джек. Большое спасибо за просмотр. И счастливо!